В эти минуты в Ханты-Мансийске выявляют лучшую футбольную команду региона. За главный трофей соревнований ведут борьбу 8 команд. Сейчас проходит групповой этап турнира, и совсем скоро станет ясно, увидят ли болельщики в финале противостояние вечных соперников сборных Сургутского района и Ханты-Мансийска. Команда из столицы является действующим чемпионом и хочет сохранить это звание. Итоговые результаты пойдут в зачет окружной спартакиады городов и районов. Все приехали, как говорится, победить. Очень жесткая борьба мужская, без грубостей. Пока не было слабых травм тяжелых. И я думаю, что каждая команда переживает за свой результат. Ну, я думаю, что в субботу, когда будут финальные игры, и игры еще обострятся, и борьба будет еще жестче. Ну, победит, как всегда, сильнейшая команда, которая больше, у которой больше мастерства, и кто больше этого хочет.